несколько раз. Мы рамсили так, крики не стихали, типа до утра. Ты опять, не прав, не ругай, сколько раз. Ненавидя квартиру, в которой мы снова будем засыпать. Я орал на тебя, а ты на меня, сколько раз. Мы рамсили так, крики не стихали, типа до утра. Ты опять, не прав, не ругай, сколько раз. Ненавидя квартиру, в которой мы снова будем засыпать. Я орал на тебя, а ты на меня. Я вспоминаю вчерашний день, как праздник ведь. Мы держали друг друга, глядя в горизонт. Какой был прекрасный день. И никого вокруг, по крайней мере, никого, кто мог испортить трип. Яркий блик. Солнце, песок, полароид, пара книг, это легкий бриз. Твоя крохотная ладонь в моем кулаке, как в бронике. Мы стараемся не пать ни одной вспышки, пока живы батарейки в твоем фортике. Я всегда, когда надо, не говорю, но я так радуюсь, что наступила вот теперь. Я еще только вчера прятал соленый глоток радости вглубь, чтобы его теперь трансформировать крик до хрипа в грохот в хате, в битой посуде. Весла так же мало, как в наших аргументах, ибо каждый из них уже избит в своей сути. Я в один момент опять сдамся, а ты захочешь проучить и не заглушишь мотор. Я затыкаю уши, а ты прибавляешь, и я яростно лечу, еще пущу в этот адок. Я сбился с счета. Сколько раз мы рамсили так, крики не стихали, типа до утра. Ты опять, ты не прав, не ругай, сколько раз. Ненавидя квартиру, в которой мы снова будем засыпать. Я орал на тебя, а ты на меня, сколько раз. Мы рамсили так, крики не стихали, типа до утра. Ты опять, ты не прав, не ругай, сколько раз. Ненавидя квартиру, в которой мы снова будем засыпать. Я орал на тебя, а ты на меня. Но когда все обиды из многолетних запасов иссякнут, и обе воюющие стороны от выпущенных в них патронов озябнут, я все же хочу, чтобы ты посмотрела на меня так, как ты смотрела вначале. Я посмотрю на тебя так, как будто я только узнал, что врачи облажались. И мы будем вместе больше, чем два месяца. Гораздо больше, чем эти два месяца. Десятилетия, за десятилетия мы будем вместе, пускай они бесятся. Мы поорем друг на друга еще раз, и все, что счастливее способно нас сделать, то и больнее всего может ранить. Но стоит всех этих срачей и истерик. Я правда считаю так.